Всем привет! С вами канал Артмания. И смотрите, что у нас происходит. Мешки, все кругом. Теперь мы переезжаем из кухни. У нас ремонт на кухне наконец-то начался. И это ужасно. Это ужасно. Ну, конечно, она наполовину пустая, но все вот это вот сложить, конечно, очень все сложно. Мешки такие. И мешки, самое главное, что мешки девать некуда. Вот так вот. Я тут параллельно решила миринду попить. Дима у нас кушает, плохо кушает. Вообще что-то у него аппетит пропал. Видимо, в связи с ремонтом ему неохота сидеть. Очень-очень плохо. Вот тут суп не доели. Короче, переезжаем. Моя комната уже готова. Сегодня грузчики придут. Должны принести микроволновку, духовку и холодильник. Сдвинуть, ну, перенести в коридор. И все. Начнется дальше ремонт. Тут уже мастер вот часть стены сделал, пока у него было чуть-чуть времени. Остался вот потолок. Полы здесь очень неровные, вон там прогнили. Здесь вот за кухонным гарнитуром там что-нибудь, наверное, он будет делать по-любому. А может и нет, не знаю. Ну, полы, наверное, да, вскроет. Должно все управиться за одну неделю. Короче, вот так вот. Мы все собираю, я складываю. Дима мешает, бегает, разбрасывает все. Хулиганит, да? Поэтому сейчас пойдет Дима быстренько спать. Грузчики в 8 вечера придут. А завтра уже в 12 часов придет разборщик кухни. Мне нужно будет успеть. Весь вечер я буду копошиться, разбирать кухню. Потому что сейчас я не могу, мне класть некуда. Давай-давай, мой. Вот, молодец. Ты что-то с разных сторон моешь, что ли? Да, с разных сторон. Интересно, манера мытья полов. Ты что-то на меня видишь, что с ним? Молодец. Мой. Забыла чисто. Ну куда ты ее поднимаешь-то над собой? Вся пыль над тобой летит. Дим, полы мой. Ты ее не поднимай, что ты ее поднимаешь-то? О, давай. Туда-сюда. Собирай всю эту пыль. Вот. Туда-сюда. Вот, давай. Переверни. Вот так. Под столом там. Давай тебе покажу. Вот смотри, иди сюда. Сейчас ты что-то опустишься. Вот раз, раз. Со стороны в сторону. Со стороны в сторону. Вот так вот. Забирай ее. Вот. Вот так тут. Вот так скручиваем. Я могу. Ну все. Тут с вами давай скручиваем. Все так скручиваем. Мама, почему это сюда зеленый, на блинчик похож. Вот, блин. И все расходится. А, раскручиваем блинчик. А что ты бросил? Давай дальше скручиваем. Не шмыгай. Что
Тык. Как оружие. А ты еще в углу как раз стоишь там. Деньги давай. Тык. Деньги давай. А тут что? Запихнули. Все, сюда пока сложу, ладно? Да. Кого? Да. Ну я вот этот бесплан. Конечно буду. Потом не собирался еще. Давай другой бок. А, вот тут щекотно. Щекотно? А, нашла место. Целый день, второй день его тыкаю. Никак. Наконец-то. Я знала, что есть такое место. Ну, блин, а? В одно? А в какое? Ну, в одно, там. Ну, куда получается попасть? Ты ж не стоишь ровно, ты вертишься. Что еще тебя потыкает так? Ну, а я думала, ты от нас спрятала, чтобы мы граффити не рисовали на кухне. Ты спрятала от нас. Ну что ты от меня уходишь? Да выкинь ты ее здесь, я на улице. Грязная она. На улице у нас такая. Давай, блин. А! Вот оно, да? А! Кончено отбыл-то. А не палки. Все, оказывается, гораздо проще оказалось. Все проще оказалось. Что ты не поймал от меня? Уходишь, что ли? Да ладно, я же вижу. Ну, я вижу, что мы ставим, но он не так. Ай, блин, ну хорош ты что, ну правда же, не говори. А, ну поэтому она красавица. Не надо сюда. Такая шутовёрка? Я вам учил, да? Да. Всё. Всё, сейчас надо побегать. Чё? Дима! Представляешь, вот в угол залезешь куда-нибудь, а там тараканы побегут. Они вот так побегут. Много тараканов. Да не грязные. Ты на них обувь ставила. Конечно. Когда прятался от меня. Ничего не нашел. Кто-то не поправил еще.